Посмотрите, кто стоит у власти. Посмотрите, кто руководит тем же самым Следственным комитетом, да, у которого огромные полномочия, который ведет и все там самые громкие дела, да, и в том числе большинство подследственных статей Федеральной службы безопасности. Да, то есть это огромная структура, да, такая карательная. Посмотрите, кто у руля. Руководит Бастрыкин Александр Иванович, который еще в 2012 году вывозил в лес неугодного ему журналиста «Новой газете». Этот случай, он попал вообще во всю прессу, то есть его широко озвучивали. Вот этот вот руководитель этой огромной махины Следственного комитета журналисту в лесу угрожал убийством. При этом он ему говорил, что я тебя сейчас убью, а дальше сам буду расследовать это уголовное дело. Вот. Это было в 2012 году. При этом широкая огласка, при этом Бастрыкин не понес никакого наказания, его никто не снял с должности. Вот в какой-нибудь цивилизованной стране мира такое возможно? Нет, невозможно. В России такое возможно. Почему? Потому что Путин, он выставляет на ключевые посты своих друзей, которые творят откровенный беспредел, для них закон не писан абсолютно. Вот. И такие людоеды, они стоят и у власти, ФСБ руководят, Федеральной службой безопасности, судами, прокуратурой, ФСИН. То есть это повсеместно.